Короче, 12. Палочка, а, как учительница стрельна. Всем привет! Простите, пожалуйста. Раз, два, всем привет! Мы Трио Смайл. Меня зовут Катя. Меня Даша. И меня Катрин. У нас трио существует. Да, уже где-то 5, можно сказать, лет. 4,5 года. Я не представляю, как я их выдерживаю. Мы приходили на кастинг уже очень много раз. По одному, на «Маленькие гиганты», на «Голос дети». У нас никак не получалось. Мне кажется, что шансы у трио больше, потому что мы интересней. Наши родители – самые преданные фанаты. Папа у меня бизнесмен. А мой папа тоже. Папа у меня работает в банке. Он глава банка. Огромное спасибо вам, нашим родителям, за то, что они нас поддерживают и вкладывают на нас деньги, свой труд. Все. Что думают, что с нас что-то будет. Ну що? Тріо – це дуже велика рідкість на шоу. Величезна. А. Клас. Туда, кстати. А, да. Класс! Девочки, а вы знаете, что вы войдете в историю, потому что в голосе первый раз трио вокально. Спасибо. Молодцы! Гарно співали. Дякую. И я рада, что я побачила, как вы танцевали. Вы танцуете и співаете. Так. Вам до мене. Дякую. Давайте вы представитесь, мы сколько со всеми познакомимся. Сколько вам років? Звідки вы? Меня зовут Катя. Меня Катрин. И меня Даша. Так. Нам всем 12 лет. Вы? Трио Смайл. Окей. Уважаемый Трио Смайл, я уже 3 раза пожалел, что не развернулся. Я не знаю, что вообще мной руководило, но я все равно считаю, что вы в очень надежных и правильных руках, потому что Тина Карль – это прекрасный тренер. Спасибо, Дина. Мы подготовили втроем небольшой подарок. Конечно же, остальные тренера вам не в обиду. Так. Диме Монатику. В общем, попросим, пожалуйста, всех зрителей похлопать вот так вот. Да, и
Дима, сможете спеть припев своей песни «Выходной»? Конечно. Судьба меня свела с вами, девчонки. Я возлагаю большие надежды на вас. Слышите? Большие надежды возлагаю на вас. Я хочу всем пятюню дать. Давайте. Привет. Молодцы, классно. Поздравляю. Спасибо. Пошли. Мы сейчас пропустили отличную трио. Пропустили девчонок, да, клево. Но, с другой стороны, можно порадоваться за Тину, у нее веселее будет, у нее еще на 3 участника больше. А считается как один. Вот у нее дурдом будет там в команде. Ти розумієш, Тіна, що в тебе буде багато роботи. В мене буде мало роботи, тому що вони все зроблять за мене. Подивись на цих дівчат. Кто, какие группы слушал в детстве? Лично я был фанатом Spice Girls. Я был фанатом Spice Girls. И я была фанатом. Нет, подождите, Spice я был Girls. Большим фанатом Spice Girls, чем вы. Cause I tell you what you want, what you really, really want. So tell me what you really, really want. I wanna say, guys, Поехали.